Здравствуйте, в эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ». В студии Виктория Сащенко. Как всегда, в субботу мы напомним вам о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Состояние молочной отрасли региона в целом на примере отдельных хозяйств Брещины. На минувшей неделе молочнотоварные комплексы Брестского и Каменецкого районов с рабочим визитом посетил глава области Анатолий Лис. Брестский медицинский прорыв. В конце января медики областного центра провели операцию по пересадке сердца и аутотрансплантацию легкого. Слаженная и плодотворная работа средств массовой информации Министерства по чрезвычайным ситуациям во имя спасения жизней. В городе над Бугом подведены итоги областного творческого конкурса. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Сельскохозяйственный комплекс Брещины – одна из основных составляющих экономики нашего региона, от эффективности развития которой во многом зависит бюджет области. А потому объектам сельского хозяйства уделяется огромное внимание, регулярно производится анализ работы предприятий, изучается их потенциал с целью совершенствования. Как показывает опыт, применение подобных мер необходимо. Вовремя обнаружить недоработки крайне важно, ведь это поможет впоследствии не допустить ошибок. На текущей неделе с рабочим визитом молочнотоварные фермы Брестского и Каменецкого районов посетил губернатор региона Анатолий Лис. Какие положительные и отрицательные тенденции развития производства были отмечены в ходе очередного семинара-совещания, расскажет наш корреспондент София Бережная. Одна из основных отраслей сельского хозяйства, планомерно развивающаяся на протяжении многих лет в Каменецком районе – мясо-молочное животноводство. В этой сфере за последние годы сделано немало. Обновлено техническое оснащение, осуществлена реконструкция и ремонт помещений. Однако, к сожалению, далеко не все хозяйства смогли грамотно распорядиться своим потенциалом. Основная причина – нарушение технологии производства, несвоевременный медицинский осмотр животных, а также несоблюдение санитарных норм. Посещение фермы открытого акционерного общества «Агротурна» в очередной раз подтвердило, что в одном большом деле нужно учитывать все аспекты, не пренебрегая деталями. Качество можно добиться при выполнении всех этих показателей, о которых мы говорим. Прежде всего, должен быть здоровый скот. Первое – здоровый скот, второе – должна, конечно, быть санитария. Ну, естественное кормление и выращивание, все другое. Но мы говорим о самых главных факторах. В такой ферме стыдно, что мы не можем получить сегодня качественное молоко. Улучшить ситуацию на данном объекте можно, но для этого придется решить ряд проблем. Именно поэтому задача руководителя сегодня – предпринять всевозможные меры для того, чтобы восстановить эффективность производства. Действенные пути выхода из сложившейся ситуации предложил глава области Анатолий Лис. Сразу и поднять сортность, и поднять, товарность, вот это невозможно. Ну хорошо, понятно. Есть вопросы по товарности. Но вы наводите порядок, нельзя мешать молоко. Неужели нельзя пролеченную корову отделить? Неужели больную корову нельзя отделить, чтобы она не доилась, в один холодильник? И сразу все молоко, на смарку. А сколько теряем? Надо же контроль осуществлять, надо, чтобы доярка это понимала. Не надо ей жалеть. Вы ей добавьте заработную плату, чтобы она понимала, что от экстра она получит не на 5% больше, а сделайте все, что она будет сегодня получать выше, экстры, приличную надбавку сделать к зарплате. Это все не запрещено. Ситуация в хозяйствах Чернавчицы и Агросад Рассвет Брестского района прямо противоположная. Стабильная материально-техническая база плюс правильный подход руководителей сыграли свою положительную роль. Так, на ферме Чернавчицы уровень надоев стабилен, существенны и прибыль от производства. Что же касается хозяйства Агросад Рассвет, то модернизация, проведенная здесь в 2012-м, позволила комплексу войти в десятку лучших ферм, отвечающих требованиям Евросоюза. Однако, как известно, нет предела совершенства. Имея высокие результаты сегодня, не стоит останавливаться на достигнутом. Это касается всей молочно-товарной отрасли Брещины. В целом мы выглядим на уровне республики, в числе лучших областей. Это в части производства продукции животноводства и в целом по эффективности. Поэтому я хочу сказать, что в этом плане результат есть, но нам еще нужно много работать для того, чтобы это направление у нас было намного лучше. Проведение семинара-совещания – возможность продемонстрировать как примеры грамотной плодотворной деятельности, так и ошибочную стратегию ведения хозяйства. Обратить внимание на недочеты вовремя – значит пресечь на корню возможные причины снижения производительности. Все семинары, которые мы проводим в настоящее время, их у нас уже было 5. Осталось у нас еще, 4 района, которых мы будем проводить. Как раз именно основное внимание уделяем этому вопросу, чтобы производить
конкурентоспособную продукцию, чтобы ее можно было продать, то есть работать эффективно. Итоги рабочей поездки были подведены на пленарном заседании, в ходе которого состоялся предметный разговор как о положительных, так и об отрицательных тенденциях в сфере производства молока. Учитывая их, сегодня каждый руководитель хозяйства должен действовать по принципу повышения качества работы при уменьшении затрат благодаря слаженной работе всего трудового коллектива. София Бережная, Виктор Халявко, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. К другим темам. Две высокотехнологичные операции провели уже в этом году врачи Брестской областной больницы. 26 января – аутотрансплантация легкого и 29-го – пересадка сердца. В Брестской области эти операции проведены впервые. И хотя медицинские работники уходят от такого названия, как уникальные, по-другому их назвать просто нельзя. Ведь за каждым подобным оперативным вмешательством стоит жизнь человека. Жить или не жить – все зависит от профессионализма врача. Правильнее сказать – бригады медиков, которые стоят у операционного стола по полсуток. Продолжит тему Лариса Осмолович. Однозначный вердикт вынес заведующий отделением торакальной хирургии Брестской областной больницы Ростислав Бауфалик своему пациенту Владимиру Раку – жить. И жить полноценно. Ведь после успешно проведенной аутотрансплантации легкого другого не дано. Сегодня, на 9-й день после операции, Владимир Владимирович уверенно передвигается. С первого взгляда и не скажешь, что буквально несколько недель назад ему требовалась настолько серьезная операция. Боль немного была до Нового года. Вот так чуть покалывало. Вот. Ну, там думал же, надо было мне пройти шоферскую комиссию, так как я работаю водителем. Вот. Ну, думаю, пройду сейчас комиссию. Ну, как попал в поликлинику. Все, поликлиника и сюда сразу. То есть вас направили сразу в больницу, да? Ну, да, сразу в онкологию, с онкологией. Ну, как по этапу, как всегда. Анализы и все, потом обнаружилось это все здесь. Как вы себя чувствуете? Первый вопрос. Отлично. Хорошо, да? Да. Честное слово. Ничего не беспокоит? Нет. Вообще было страшно перед операцией? Нет. Нет? Не знаю, как кому, у меня, допустим, нет. Это первая операция по аутотрансплантации легкого, проведенная в Брестском регионе. В прошлом году в областной больнице была проведена трансплантация легочной артерии. Пациент живет и здравствует. Востребованность подобных оперативных вмешательств достаточно велика в год. Торакальных операций различной степени сложности проводится порядка 600. К сожалению, белорусы пока еще ведут не совсем здоровый образ жизни. Сказывается и влияние чернобыльской трагедии. Мы выполняем все, что можно. В том числе вот такую операцию, которую вы сегодня слышали и видели. В том году мы выполнили 3 аллотрансплантации легочной артерии. Это альтернатива операции аутотрансплантации легкого. Она проще, не нужно убирать легкое, не нужно лишать себя кровообращения. И в то же время при запущенной форме мы имеем возможность заместить пораженные, так сказать, органы, легочную артерию донорским протезом. Эта операция выгодна также тем, вот пересадка любого другого органа, что она не требует иммуносупрессивной терапии. В конце января появилось донорское сердце для больного, страдающего сердечным недугом. Молодой человек в течение года наблюдался в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. Как в народе говорят, у пациента было бычье сердце. В августе прошлого года ему провели коррегирующую операцию – биопротезирование митрального клапана. Чтобы больной имел возможность дожить до трансплантации. Когда появился донор, операцию провели незамедлительно. Брестская команда, не дожидаясь утра, ночью приступила к операции под руководством известного кардиохирурга Юрия Островского. За 2 года работы отделения трансплантологии в Брестской областной больнице проведено 144 пересадки почек, 2 печени, роговицы, легочной артерии и аорты. Сегодня мы уже говорим о пересадке сердца. Это успех. Ведь только в нашем регионе этой спасительной операции ожидают 9 человек. Жизнь показывает, чем выше уровень операции, чем выше уровень помощи пациентам, тем выше уровень и врачебного состава, медицинского состава. То есть мы говорим о том, что поднимая технологии, поднимая уровень, мы и улучшаем качество оказания медицинской помощи нашему населению. Поэтому вот как бы основная цель всех этих операций, в том числе и трансплантации. В этом году, так получилось, мы уже сделали 5 операций по пересадке почки, 1 операцию по пересадке печени и 1 операцию по пересадке сердца и 1 аутотрансплантации легкого. Ну, это
мы к этому шли, мы стремились к этому. Мы подтягивали все вспомогательные службы, диагностические службы. Ну, естественно, повышали уровень образованности наших врачей. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ». Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Итоги работы за 2014 год и задачи на новый 2015. Именно так звучали темы обсуждения трех коллегий, которые на этой неделе провели руководители управления образования, прокуратуры и жилищно-коммунального хозяйства Брестской области. Уровень преступности, меры профилактики и предупреждения правонарушений, нововведения и изменения в законодательстве, список тем, затронутых в ходе пресс-конференции прокурора Брестской области Ивана Носкевича, оказался обширен и включал в себя не одну актуальную проблему настоящего времени. Аналогичный разговор шел и на коллегии управления образования Брестского облсполкома. Как повысить престиж рабочих специальностей, к чему приведет сокращение классической дистанции между педагогом и учеником, и что влияет на рост подростковой преступности в регионе. Ответы на эти вопросы позволили сформировать комплекс задач, которые были поставлены перед современным учителем. О новых экспериментах в сфере технического обслуживания, итогах отмены перекрестного субсидирования и появлении универсальных работников хаус-мастеров шла речь на коллегии Брестского областного управления жилищно-коммунального хозяйства. Среди поставленных перед руководителями отрасли задач одной из главных стало обеспечение населения чистой питьевой водой. Нам надо построить 80 километров водопроводных сетей в городах и горпоселках. Мы первые в Республике Беларусь, тогда 100% городского населения обеспечим чистой питьевой водой. На эти дела выделено из областного бюджета 8 миллиардов рублей, как долевое участие, вторая доля – это население. Будем строить очень много водопроводных сетей в агрогородках. Задача стоит поднять процент обеспеченности в агрогородках к концу года централизованным водоснабжением до 80%. Тоже больше 100 километров будет водопроводных сетей построено. Совместный геопортал стал итогом большой работы в рамках проекта «Географическая информационная система через границу». Партнерская инициатива реализовывалась совместными усилиями трансграничного украинского объединения «Еврорегион БУК» и общественного объединения «Брестский областной центр поддержки развития туризма «Агроэкотур». Геоинформационная система, которая была презентована на этой минувшей неделе, позволит пользователю искать, анализировать и редактировать карту местности и информацию об объектах, располагающихся на территории трех государств. Работа велась с использованием баз данных, графики и картографии, что позволит обывателю находить информацию по определенным категориям, например, культурные учреждения, вокзалы, водоемы. Для пользования геопорталом необходимо набрать в поисковой строке «Еврорегион БУК» геопортал, появится ссылка, вы переходите на нее и можете выбрать различные приложения, которые вам необходимы. Например, инвестиционные слои, туристические объекты, памятники природы, туристические маршруты. Еще одним важным событием ознаменовалась минувшая неделя. Свой 75-й день рождения отметила организация с большой историей и давно сложившимися торговыми традициями «Брестоблпотребсоюз». В настоящее время предприятие объединяет 11 взаимодействующих между собой отраслей и видов деятельности. Розничная, оптовая и внешняя торговля, общественное питание, промышленность, заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья, рынки, оказание платных услуг населению. Потенциальные покупатели продукции исчисляются сотнями тысяч, что является хорошей возможностью говорить о том, что Брестоблпотребсоюз востребован. Удалось сохранить коллектив, сохранить тот потенциал трудовой, на который мы опираемся, и опираясь на который мы сможем достичь более серьезных результатов в предстоящем году. Поэтому я думаю, что будущее, в общем-то, у нас есть, и результаты Облпотребсоюза мы должны поднять еще на планку выше. И наши результаты должны быть в Белкопсоюзе, как и всегда, на первых позициях. Пестрый калейдоскоп музыки и танца. В городе над Бугом прошел гала-концерт двух конкурсов художественного творчества «Ступени» и «Крылья». Свои музыкальные и танцевальные таланты зрителям демонстрировали около 250 участников. Все они – победители городских музыкальных фестов. В ближайшем будущем смогут принять участие в конкурсах художественного творчества областного, республиканского и международного уровней. Невероятная атмосфера праздника, новые знакомства и приятное волнение – это лишь малая часть того, что ждет потенциальных покорителей творческих вершин страны и мира. Как
Вы смотрите итоговую программу на канале БУК ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, важном и интересном. Предупрежден, значит вооружен. Знаменитый постулат можно смело применять и в ситуации, когда речь идет о пожарной безопасности людей. Ведь порой именно от того, насколько грамотным и четким будет поведение человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию, зависит его здоровье и жизнь. Именно поэтому уже не первый год Брестское областное управление МЧС тесно сотрудничает со средствами массовой информации региона. Результат такой совместной деятельности – повышение уровня информированности населения. Говоря простым языком, человек, посмотрев новостной сюжет или прочитав статью спасательной тематики, будет более подготовлен к борьбе со стихией, и не только огненной. Традиционно в начале года спасатели выражают признательность и благодарность пишущей и снимающей братьев за такую помощь в деле предупреждения гибели людей. На подведении итогов творческого конкурса побывала и наша съемочная группа. Анастасия Стропко продолжит тему. 9 победителей в 3 номинациях. Таков официальный итог областного творческого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Но по словам самих спасателей, церемония награждения лауреатов – это только малая толика благодарности, которую они хотели бы выразить представителям пишущей братьи, активно помогающей в деле профилактики возникновения внештатных ситуаций. Открывая мероприятие, начальник Брестского областного управления Константин Шершунович подчеркнул, что 95% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнем, то есть беспечности самого человека, который не осознает в полной мере последствий своей халатности. Показать на картинке воочию, что же все-таки происходит от этого, конечно, с вашей помощью. Когда человек увидит реальную ситуацию этого пожара, последствия от этого, конечно, он задумывается и будет предусматривать необходимые меры, чтобы этого не повторилось. Победители конкурса, среди которых, кстати, и творческий коллектив телекомпании БУК ТВ, получивший диплом в номинации за оперативность и объективность, в долгу в деле благодарности не остались. Авторы статей и сюжетов признаются, что работать со спасателями легко и очень интересно. Любое обращение, просьба или пожелание учитываются и оперативно выполняются МЧСовцами, что способствует созданию информационно насыщенного и полезного материала. Горотдел по чрезвычайным ситуациям идет с нами на контакт всегда, везде, где бы мы ни находились, даже в выходные дни. Мы как радио, мы работаем и субботы, и воскресенье, они всегда открыты, мы можем к ним обратиться и в субботу, и в воскресенье, и даже когда они в отпуске, я хочу сказать, что мы всегда можем позвонить, они нам расскажут, подскажут, и как бы информация всегда есть. А информации очень много, мы освещаем их, это и различные и акции, и какие-то контрольные рейды, то есть обширный обхват. Дипломы, ценные подарки и яркая концертная программа. Стоит ли говорить, что праздник, который спасатели подготовили для берестейских мастеров слова, прошел на славу? Царившая на мероприятии добрая и теплая атмосфера – еще одно доказательство того, что за долгие годы сотрудничества собравшиеся уже давно стали не просто коллегами по работе, а настоящим коллективом единомышленников, вместе работающим на ниве информационной грамотности и безопасности жителей Берестейского края. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вкус к жизни через призму его величества изобретений. Именно такое выражение можно применить к героям нашего следующего сюжета. Учащиеся Брестского областного центра технического творчества продемонстрировали нашей съемочной группе чудеса сообразительности в деле робототехники, науки, которая сегодня в нашей стране становится все более популярной. Более того, один из воспитанников учреждений изобрел чудо-устройство, заинтересовавшее сотрудников Брестской областной организации Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Подробности узнавала наш корреспондент Виктория Драгобецкая. Авиамоделирование, ракетостроение, любимое юными изобретателями робототехника. Эти, на первый взгляд, далекие от восприятия слова, приобрели реальные очертания в музее Брестского областного центра технического творчества. Именно здесь святая святых, начинающие архимеды, уже на протяжении 46 лет изучают законы аэродинамики, собирают модели кораблей и заставляют двигаться предметы, которые, казалось бы, никогда этого не смогут. Эту добрую традицию изобретать центр не утратил и сегодня. Например, чтобы заставить этого робота ходить, Артему понадобилось 4 дня кропотливой работы ума и рук. Молодой человек признается, что желание творить и стало стимулом для участия, а впоследствии и победы в проекте по техноинтеллекту. Это был проект камеры, которая на 2 сервомеханизмах и вращалась по 2 осям. Она определяла лицо и поворачивалась за ним. Мы на месте не стоим. Пытаюсь искать какие-то новые веяния, новые какие-то проблемы, которые стоят перед человечеством, если так громко сказать, и пытаемся в меру своих сил их решить.
Антон Любохинец и успех его изобретения – сенсорные перчатки для слабовидящих, подтверждение слов педагога. Идея создать уникальную перчатку родилась у Антона после просмотра передачи по каналу Discovery. История на экране была о слепом человеке, который научился определять расстояние до окружающих предметов цоканьем. Чем дальше эхо, тем дальше потенциальная опасность. Своеобразный браслет буквально с первых дней своего появления всколыхнул все медиапространство не только города, но и страны. Фишка устройства заключается в том, что, надев его на руку, инвалид по зрению может ориентироваться в пространстве без трости, определить, есть ли перед ним препятствие и на каком расстоянии оно находится. Прибор реагирует на предметы, находящиеся в радиусе от 3 см до 4 метров. Сигналом к потенциальной стене служит легкая вибрация и писк. Беседа с юным изобретателем нам удалось выяснить, как у Антона получилось вдохнуть жизнь в сомнительную железку. Все построено на ультразвуковом датчике и на вибромоторчике. Ультразвуковый датчик, у него есть передатчик и приемник. Передатчик передает сигнал, засекает время за то, которое он вернется к приемнику. И зная скорость звука, мы можем определить расстояние до предмета. Зная расстояние до предмета, мы передаем эту информацию на микроконтроллер. Вот. С помощью написанной мной программы он передает этот сигнал уже на вибромоторщик. Получается, если есть препятствие, то вибромоторщик срабатывает, и в зависимости от расстояния до препятствия сила вибрации усиливается. Наша съемочная группа решила узнать, стало ли действительно сенсацией новое изобретение для слабовидящих. С этим вопросом мы обратились к специалистам общественной организации «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». В ходе разговора выяснилось, что похожий аналог среди теплотехнических устройств существует. Это трость австрийского производства, которая может распознавать предметы на расстоянии 15 метров. Правда, работает она только вкупе с белой тростью и стоит около 5 миллионов рублей, в то время как перчатка Антона может обойтись инвалиду по зрению примерно в 300 тысяч. В Беларуси адаптивных технологий именно в производстве нету, и никто этим вообще практически не занимается. В основном у нас все закупки средств для инвалидов по зрению идут зарубежных. Это Россия, Польша и так далее. Вот. И это очень радует, то, что парень обратил внимание на проблему инвалидов по зрению именно в плане передвижения в пространстве. Сегодня юный Кулибин планирует довести свою разработку до ума, сделать ее более мобильной, продумать корпус. Антон даже просматривает возможность внедрения в прибор кнопки SOS и датчика, определяющего, к примеру, номер автобуса. Именно благодаря таким талантам, их пытливому уму, Центр технического творчества живет, воплощает новые идеи, кажущиеся порой невероятными. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук специально для итоговой программы. Несколько недель назад интернет-пространство буквально всколыхнул короткометражный фильм брещанина Гарика Випшковского. Лента «Подарок» вызвала во всемирной паутине большое количество дискуссий. Проблемы отцов и детей, сложная жизнь непростых подростков, самопожертвования – темы, актуальные еще с тургеневских времен, волнуют и современного зрителя. Сегодня Гарик Випшковский живет и работает в столице, однако периодически приезжает на родину. В один из таких визитов нашей съемочной группе удалось встретиться с молодым режиссером, чтобы расспросить о дебютном фильме. Подробности в материале Анастасии Надрин-Плотницкой. Короткометражная лента «Подарок» – дебют Гарика Випшковского в качестве молодого режиссера. В свое время он работал в Брестском академическом театре драмы, а переехав в столицу, переквалифицировался в оператора. Первая режиссерская попытка оказалась удачной. Творческий эксперимент вобрал в себя грусть и радость, любовь и настоящие переживания. 20-минутный фильм подтверждает мысль о том, что проблемы отдельной семьи актуальны и для всего общества в целом. Мне очень хотелось поговорить об отцах. И вот тут я наткнулся на эту историю, но меня зацепило действительно. Я буквально за ночь написал сценарий, очень долго думал, надо, не надо, брать, не брать, пробовать, не пробовать, сомневался. Но потом супруга меня подтолкнула, так стукнула кулаком по столу, сказала, надо, делай. За ночь был написан сценарий, за пару ночей еще раскадровка, и все, ребята, актеры согласились работать, и пошло-поехало. Раскадровка, съемки, монтаж. Все это прошло за несколько дней. Небольшая притча из нескольких предложений вдохновила молодого режиссера написать целый сценарий, в основу которого легли вечные проблемы отцов и детей. Сегодня Гарик Випшковский с удовольствием вспоминает процесс создания своего короткометражного творения, которое за несколько дней в интернете собрало тысячи просмотров. Успех ленты режиссер видит в искренности и вечности раскрытой темы. А каким должно быть кино, чтобы цеплять? Но оно, наверное, должно быть честным, в первую очередь, искренним и злободневным. Не имеет значения, белорусский это зритель, российский, американский, французский, неважно. Если темы поднимаются те, которые, в принципе, интересуют сейчас все наше общество, оно во многом одинаковое во всех странах мира.
Тема, которая поднимается в моем фильме маленьком, она ведь актуальна не только для Беларуси, для любой страны мира. Куда ни приедь, везде есть такие проблемы. Но и надо делать честно, надо, ну, имею в виду честность, то есть вкладывать полностью себя самого, всего в этот фильм. Если тебя действительно цепляет та тема, на которой ты разговариваешь со зрителем посредством экрана, то тогда фильм будет цеплять, он будет интересен, его будут смотреть, и он в конечном итоге, если говорить о коммерческом кино, он еще принесет тебе какую-то прибыль. Кинолента малобюджетная. Съемки фильма обошлись режиссеру всего в $500. Однако небольшие финансовые затраты нисколько не повлияли на качество ленты. Фильм рассчитан на семейный просмотр. Возможно, именно это послужит хорошим толчком для налаживания тесных взаимоотношений между самыми близкими людьми. Это была завершающая информация программы. Я напоминаю, на канале БУК ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 206367, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Смотрите новости на канале БУК ТВ, и вы будете в курсе событий, которые происходят в Брестском регионе. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни» я, Виктория Саченко, прощаюсь с вами. До встречи в эфире. В воскресенье 8 февраля ухудшение погодных условий на территории нашей страны обусловит тыловая часть атлантического циклона, центр которого сместится на северо-запад Европейской России. Временами будет идти снег, в отдельных районах сильный снег, метель и сильный порывистый ветер. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью около нуля, днем -1, -3 градуса. В понедельник, 9 февраля, с поступлением холодных неустойчивых воздушных масс севера Европы, температура воздуха по области понизится до -4, -6 градусов и в ночные, и в дневные часы. В большинстве районов пройдет кратковременный снег, ночью метель и сильный порывистый ветер.